المندر والقصبة على شرب السنين وانا وولد وناش محمد was a very good boy. Мухаммед был очень хорошим мальчиком. Я предупреждал его, чтобы он не нырял один. Пожалуйста, возьмите эти деньги. Он всегда ко мне хорошо относился. И я его тоже любила. Давай перейдем сразу к делу. Кем ты собираешься заменить Мухаммеда? Парень должен быть не отсюда, не из Столбара. Ты знаешь, насколько суеверны здешние жители. Ну хорошо, тогда давай больше не будем обсуждать этот момент. Мы сейчас так близки к успеху. Парень, который возьмется за эту работу, должен быть со стороны. И он должен нуждаться в нас так же, как мы нуждаемся в нем. В чем дело? Пожалуйста. Hello. Привет. Want some help? Тебе помочь? Не за что. Ну что, я могу ехать? Я Стэнер Хауни! А на мачуптек? Описал? Ради бога! Чупавнике! Сигаретку? Хандак куприте. Катер хайрек. Аскари! Thank you.
Дракула. В фильме снимались Барт Рейнольдс, Артур Кеннеди, Барри Салливан, Сильвия Пинал и другие. Этот фильм посвящается бесстрашным каскадерам, которым постоянно во время съемок фильма приходилось погружаться в море, кишащее акулами. Режиссер Сэмюэл Фуллер. Yala food. Dag Sandra. Приехали, Эфенди. Где мы находимся? В Сабаре. Где? Сабаре, на Красном море. Вам нужен отель? Да, мне нужен отель. Я хочу спать. Пойдемте. Пойдемте. Это лучший отель в городе, лучший и единственный. Нателла. 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 Что случилось? Yes? Я привел тебя гостя. Where did you pick him up? Где ты его подобрал? Where's your luggage? Где твой багаж? I don't have any luggage, fatso. У меня нет багажа, толстяк. What a room for the night.
Мне нужна комната на ночь. Распиши здесь. Хорошо, толстяк. Кейн. Отведи нашего нового друга в его комнату. Как тебя зовут, приятель? Джозеф, okay. Джозеф. Спасибо тебе, Джозеф. Good night, Эфенди. Спокойной ночи, Эфенди. Заходи, Джозеф. Джозеф умный человек. Он знал, что ты любишь яйца. Джозеф, я хочу тебя кое-что спросить. Эта машина, которая стоит на улице, твоя? Нет, Афенди. Она принадлежит другому человеку. Он очень богатый человек, владелец отеля. Настоящий капиталист. Вот как? И далеко располагается этот отель? На машине 2 дня. Верблюдом? Месяц. Пешком? Вообще не даешь. Джозеф, позволь тебе задать еще один вопрос. Давно у тебя эта бритва? Да, Фенди, очень давно. Моя семья владеет этой бритвой с тех пор, как 82 года назад были разбиты китайские войска. Если бы они использовали эту бритву в борьбе против китайцев, китайцы, несомненно, победили бы. Мистер Кейн, можно вас на минуту? Я инспектор полиции, меня зовут Перрот. Я могу увидеть ваши документы? Я как раз собирался с вами встретиться. Меня все называют Доком. Выпить хотите? Да, конечно, спасибо. Пожалуйста, садитесь. Мы здесь всегда рады американским бизнесменам, мистер Кейн. Спасибо, у меня уже сложились хорошие отношения с бизнесменами в Судане. Могу я вам задать личный вопрос? Пожалуйста. Каким образом вы приехали в этот свинарник? Разве толстяк вам еще не рассказал? Я голосовал на дороге. Вот как, голосовали. Толстяк. Хорошее имя для Нателла. Принеси еще. И где вы поймали машину? Знаете, полицейские во всем мире очень похожи. Спасибо, я расцениваю это как комплимент. И где вы поймали машину? Я ее поймал между этим городом и Кордоном. Вас предупредили, что вы можете нарваться на торговцев оружием. В этом случае они бы сделали из вас то, что вы, американцы, называете тушеное мясо. Последний раз я слышал слово «торговец оружием» в кино. А я последний раз был в кино, год назад. Нет, я не встречался ни с какими торговцами оружием. Куда вы направляетесь отсюда? Порт Судан. У меня там виза стоит в паспорте. Александрия. Мы ближайший сосед Египта с юга. И они проявляют большой интерес к нашей независимости. Я не знаю, я не занимаюсь политикой, это не моя стезия. А что ваша стезия? Бизнес. Какой бизнес? Покупаете дешевле и продаете дороже, да? Да.
Так что вас украли, мистер Чейн? $400 в путевых чеках, $185, $210 и всю мою одежду. Правда, у меня остались мои часы и цепочка, потому что я вовремя засунул их в ботинок. Я не могу обещать, что верну ваши вещи, но я постараюсь. До свидания, сэр. Мистер Кейн, я уверен, вы знаете эту историю об Али-Бабе и 40 разбойниках, но это всего лишь сказка. Знаешь что, давай еще выпьем вместе. Ты слишком много болтаешь. Я в основном молчу. Мне надо выехать из города. Нет. Я дам тебе свои часы. Нет. Я дам тебе свои часы, если ты вывезешь меня из города. Нет. Нет, я не ношу серьги. Я не хочу их покупать. Я ничего не хочу покупать. Слушай, хочешь купить мои часы? Золотые часы? Запомни, малыш, кради только тогда, когда на тебя не смотрят. Ты меня понял? Понял. Отлично. Проваливай. Руки-смоки!
курить. Нет, будешь плохо расти. Понимаю, чтобы заработать деньги таким образом, ты должен быть хорошим вором, настоящим артистом. Я покажу тебе, как надо снимать часы. Give it back. Come on, give it back. Ну давай, верни мне часы. Вот что ты должен сделать. Ты должен помочь мне найти машину. Или лодку. Я хочу ехать из города. Ты уезжаешь? Да, но я вернусь. Вернешься? Конечно. Мы ведь партнеры. Партнеры, держи. Держу. Этот квартал появился еще в те времена, когда писалась Библия. Здесь тебе никто не поможет, кроме меня. И у меня для тебя есть отличный рецепт. Послушай, проваливай, а? Это рецепт того, как ты можешь выбраться из города. Ходят слухи, что ты не сможешь отсюда уехать, пока инспектор Перрот тебе не позволит. Как он может меня остановить? Как он может тебя остановить? А почему бы ему тебя не остановить? Зря ты так уверен в себе. Он самый умный полицейский в нашем городе. И это никто не смог доказать. Поэтому он остался здесь. И ты тоже остался здесь. Почему бы тебе не уехать отсюда? А зачем? Я оружием не торгую, наркотиками тоже, и вообще не жулик. Знаешь, кто ты? Кто? Ты алкоголик, слишком много болтаешь. Эй, что с тобой такое? Никогда не пытайся обмануть обманщика. Сколько денег тебе дал Перрот, чтобы ты меня подставил? Что? Одну минуту, мистер Кейн. Вы что, намекаете, что я платный информатор? Очень похоже. Университет Джона Хопкинса. Медицинская школа Гарварда. Армейский центр Валверн. Я доктор. Я врач. Я ставлю диагнозы. А я неудачник. Счастливый доктор. Я не понимаю, почему ты так рискуешь ради меня. Потому что я люблю выпить и ненавижу Перрота. Сначала надо заработать. Какой ты нехороший. Да, я нехороший, но сначала надо заработать. Ну ладно, у нас в гавани есть один корабль, который Перрот не контролирует. Большой белый корабль под названием «Анна». Да, я знаю этот корабль, он стоит в шестом доке. Да, в шестом доке? Я этого не знал. А почему Перрот не контролирует этот корабль? Потому что он приписан к иностранному порту. Американскому. Каким чудесным был бы этот мир, если бы у нас в венах тек спирт? Кто владелец корабля? Какого корабля? Этого самого. Как его зовут? А, профессор Меллер. Профессор Меллер владеет этим кораблем. Месяц назад умер его помощник. И кто это был? Молодой симпатичный араб, сложен как Адонис. И знал эти воды так же хорошо, как и я. Переходи к делу. Какому делу? Об этом помощнике. А, ну так вот. Он умер, и теперь профессору нужен новый. Человек по имени Кейн. Профессия? Бродяга. По крайней мере, мне так сказал Нателла сегодня утром. Все предупреждали этого араба, чтобы он держался подальше от профессора. Но он никого не слушал. В результате его скушала акула. Да как насчет этого Кейна? Нет, забудь о нем. Но почему? Не доверяю ему. Ты его даже не знаешь. Дорогая, мои лучшие друзья — американцы. Конечно, когда мой земляк неожиданно появляется здесь, рядом со мной, в чужой стране, это вызывает у меня подозрения. А местных арабов ты не подозреваешь?
Нет, все-таки ты чего-то не понимаешь. В Штатах погружение с аквалангом по популярности потеснило бейсбол. Так как он американец, он захочет нырнуть со мной, а рисковать я не могу. Он захочет узнать, почему ты хочешь работать на его корабле. Так что придумай что-нибудь убедительное. Я не разбираюсь в дизельных моторах, кстати, ты тоже. Может быть, Кейн разбирается? Американцы хорошо понимают в этих делах. Может быть, этот Кейн просто мальчик из колледжа, который приехал сюда, чтобы развлечься. И может быть, он совсем не такой красавец, каким был Мухаммед. Давай не будем трогать Мухаммеда. По крайней мере, то, что от него осталось. Хорошо. Извини, я поговорю с этим Кейном. Нет, не ты, Дэн. Почему нет? Потому что он наверняка уже знает о тебе и о твоем корабле. Наверное, его просветил этот полицейский, а может быть, кто-нибудь из бродяг, который останавливается в этом отеле. Они уже наверняка рассказали ему историю об эксцентричном профессоре и его помощнике, которого акула сожрала при таинственных обстоятельствах. Что значит «таинственных обстоятельствах»? Ты ведь знаешь, что в городе болтают о тебе и обо мне. Ты в это веришь? Нет. Слушай, у тебя есть бритва получше? А что? Я собираюсь устроиться на работу на этот корабль, чего бы мне это ни стоило. Анна, мне это не нравится, совсем не нравится. Дэн, мы должны это сделать. Почему? Тебе не о чем волноваться. И я заполучу этого парня, даже если мне придется ему отдаться. Привет, привет. Знаете, как-то в Нью-Йорке я стоял на шоссе, машин почти не было. Ко мне подошла какая-то девушка и встала рядом. Извините, я не хотела нарушать вашего уединения, но я часто прихожу сюда. Мне нравится здешний вид. Ничего страшного. Эта девушка на шоссе, она была красивая? Все женщины красивые. Кстати, что такая женщина, как вы, делает в этом проклятом месте? Да. Меня зовут Анна Миллер. Кейн. Это я по привычке. Выпить хотите? А вы угощаете? Я выгляжу банкротом, да? В отеле Нателло сказал, что вы въехали без багажа. У Нателло такой же большой рот, как и живот. Еще хотите? С удовольствием. Я все равно постоянно опаздывал. У меня хватило бы денег на пару стаканов. Однажды одна леди меня уже угощала выпивкой. Потом она оказалась не леди. Стоп!
انت الفيكاب روح اسرق امك يلا خل من هون يلا روح من هون ولا اي روح هي طهير الفاصيل يناجي ربه ويثني عليه دماه واهله Don't you ever take any risk? А ты никогда не рискуешь? Стараюсь не рисковать. Just getting up in the morning, that's a risk. Вставать по утрам уже рискованно. What do you do? Чем ты занимаешься? I'm an unemployed spy. Я шпион Интерпола. Be serious, please. Пожалуйста, говори серьезно. Okay. Хорошо. Я слышал, что вам нужен помощник. Ты говорил с Доком? Я слышал о том, что произошло с этим парнем, арабом. Ты хочешь его заменить? Да. Why? А почему? Money. Деньги? Is that the only reason? Это единственная причина? А что, этого недостаточно? What about the jinx? What about it? Как насчет кораблей? А что с ними такое? How much do you know about diesel engines? Ты разбираешься в дизельных моторах? As much as I know about women. Так же, как я разбираюсь в женщинах. How much is that? И как это? Ask me. А спроси меня. Can you handle... Ты умеешь обращаться с лебедкой? Honey, I would deliver... Дорогая лебедка была моей матерью. Итак, Кейн, этот аквариум для рыбы, а этот для минеральных образцов. Осторожней. Вот так. Знаешь, я когда-то сам нырял с аквалангом. Кейн, здесь тебе этого делать не придется. В рубке я видел фотографии акулы. Это та самая, которая сожрала этого араба? Похоже. Парень, наверное, выжил из ума, если он рассекал в этих водах.
Почему ты решил, что он там рассекал? Это всего лишь термин, профессор. Парень просто свалился за борт, и акула его съела. По крайней мере, он умер в самой большой лаборатории мира. Но к этому стоит стремиться. Вы действительно собираетесь разрешить проблему мирового голода, профессор? А тебя это волнует? Нет, но я тоже люблю есть. Кейн, если мы поставим себе на службу минеральные ресурсы океана, мы действительно сможем решить проблему голода. Акула там есть? Разумеется. А вы не возьмете с собой никакого оружия? Акулы очень коварные существа, мистер Кейн. Вы, наверное, про это слышали. Если я, не дай бог, подстрелю какую-нибудь акулу, то ее кровь привлечет сюда всех акул океана. Меня очень интересует один вопрос, профессор. Какое ваше любимое блюдо? Я ненавижу рыбу. Просто не выношу ее. Вы когда-нибудь плавали к Саудовской Аравии? Да. А на север к Каиру? Иногда. Как называется этот риф? Хараре. Отсюда далеко до Кубы? Вплавь не добраться. Боюсь, я никогда не смогу избавиться от этой привычки. Я просто проверяю двигатели.
На помощь. Помогите мне. Дэн. Помоги ему, я принесу аптечку. Насчет Дэна не волнуйся. Он мне не отец. Любовник? Нет. Но он относился ко мне как отец. Он научил меня всему, что я знаю. Он возил меня по всему миру. И все эти годы он был единственным мужчиной, которого я знала. Я люблю его, но не как своего любовника. Ты имеешь в виду, что никогда с ним не спала? Никогда. Ты знаешь, Али Баба и 40 разбойников тоже сказка. Но если это действительно так, значит, он большой дурак. Сколько можно шуметь? Разве ты не знаешь, что профессор все еще болен? И вообще, ты не смеешь прерывать мою сиесту. Пошел отсюда. Ради бога, замолчите. Я ищу Кейна. А он наверняка ищет тебя. Кто это был? Какой-то мальчишка ищет вашего нового помощника. Наверное, хочет продать ему что-нибудь из краденого. Ну как сегодня? Да ерунда, царапина. Знаете что, профессор, занимайтесь своей рыбой, а диагноз буду ставить я. Ради бога, док, оставьте меня в покое. Я пришел по вызову, я требую плату за лечение. Док, это ведь чистый спирт.
Знаете, вы можете нырять, где хотите, плыть, куда хотите, а я тоже буду делать, что я хочу. Эй, Рэнд! You come back? Ты вернулся. I told you I would. Я ведь тебе обещал. Послушай, Рэнд, у тебя есть друг с кораблем. Он мне нужен сегодня вечером. А я поплыву с тобой? Ну, разумеется. Я найду тебе корабль. Что там на днях произошло? Я слышал, как завелся мотор. Он пытался забрать корабль. У тебя ведь было оружие, ты могла им воспользоваться. Да, оружие у меня было. Но ты им воспользуешься в случае чего? Ты ведь знаешь, что воспользуюсь. Ты в этом уверена? Пожалуйста, ты не должен волноваться на его счет. Он намного моложе меня. Он не испытывает никаких чувств. Он странный парень. Он загадка. Ты перестань ты. Он обычный торговец оружием. Откуда ты знаешь? Я говорил с пиротом. А доказательства? У пирота будут доказательства. Неудивительно, что я ему не доверяю. Нам не придется ему не доверять или доверять. Моя рана уже зажила, и от Кейна можно избавиться. Нет. Если что-нибудь случится там под водой, он нам может понадобиться. Может. А вот когда мы закончим свое дело, мы от него избавимся. Turn the other way. What are you always looking at me for? Эй, отвернись, что ты на меня уставился? Рэнд, ты останешься здесь, пока я не вернусь. Смотри, без глупостей, пока я там под водой.
Кейн! Ну ладно, Ранд, поплыли отсюда. Ранд! Ранд! Эй, Ранд! Эй, Ранд! Поднимай паруса. Все, что я хочу знать, это какой груз несла Виктория. Виктория несла? Что несла? Минутку. Плазму. Плазму крови для детского отделения больницы. В этих руках сосредоточено знание, которое человечество собирало тысячелетиями. Ну и как в этом толк? Одного спасешь, тысячу потеряешь. Нет, кажется, мы говорим не о том корабле. Я говорю о Виктории. Кто говорит о Виктории? Я говорю о Виктории. Я говорю о Виктории. Ну ладно, что ты хочешь знать? Я хочу знать... Что? Я хочу знать, какой груз несла. Дай мне минутку, я тебе все расскажу. Виктория несла? Что? Вооружение? Нет. Я тебе говорю, пушки, взрывчатку и так далее. Нет. Нет. А, ну тогда подожди минутку. Значит, было что-то еще. А, я знаю, какой груз она несла. Знаешь, да? Расскажи мне. Подковы. Я хочу знать, какой груз был на Виктории. Вы говорите во сне. Что-то случилось на моем корабле? Нет. Ничего не случилось. Послушайте, у вас есть лампочка в комнате? А у меня нет лампочки в комнате. Что случилось? Ничего, завтра у меня будет свет. Возьми эту дурацкую лампочку и возвращайся к себе в комнату. Ты пьян. Я не пьян, профессор. Тогда о чем ты говоришь, черт возьми? Я говорю о корабле. Сегодня я был на борту Виктории. А где ты взял оборудование? Знаете, профессор, когда вы режетесь об коралл, он не оставляет вас на спине масляных пятен. Где ты взял оборудование? Ну как ты думаешь, где я его взял? Надеюсь, ты вернешь обратно его? Разумеется, верну, если вы со мной поделитесь.
Убирайся, Кейн, ты уволен. Нет, вы не можете уволить партнера. Что? Что ты хочешь? Партнер, что находится на борту Виктории? Ничего там не находится. Только кое-какое оружие. Можешь забирать все себе. Зачем мне все? Я хочу половину. Мы ведь партнеры. Теперь мы все будем делить. Мы все будем делать вместе. Мы будем вместе ловить рыбу. Вместе нырять. Вместе починим тот фонарь. Мы все будем делать вместе. We're going to be one big happy family. Мы станем одной большой счастливой семьей. Happy daughter and a happy son of a bitch. И что ты теперь собираешься делать? Попробуй его разубедить. Кажется, вчера наверху дрались, профессор. Кто победил? Нателла. Ты большой кусок сала. Совершенно верно, профессор. Толстый, вонючий кит. Тоже правильно. А вокруг каждого кита собираются друзья. Сколько моих друзей вы можете себе позволить? Во сколько мне это обойдется? Убить или покалечить? Хорошо ты тут устроился. Эй, Рант. Ты когда-нибудь спал в отеле? Я в отеле? Пойдем. Рабаузо!
Мальчишка что, мертвый? Не мертвый. Позови доктора. Только не я. Я сказал, позови. У него белая горячка. Нателла, принеси ему выпить. Что? Принеси ему выпить. Как ты можешь доверить ему мальчика, если он в таком состоянии? Ты плохо знаешь пьяниц, толстяк. Если он не пьян, он гроша ломаного не стоит. Пей, док. Кейн. That boy dies, you've caught your last fish. Если мальчик умрет, рыбу тебе больше не ловить.
I didn't know you had a friend in this town. Я не знала, что у тебя в городе есть друг. What's the boy's name? Как его зовут? I never asked. Я его не спрашивал. Профессор. See you back at the dock. Увидимся в доке. What's on your mind, Inspector? В чем дело, инспектор? Садитесь. Do you think you'll, как вы думаете? Возможно, сегодня вам удастся поймать какую-нибудь необычную рыбу? Вы интересуетесь морскими науками? Особенно вашими науками, профессор. Надеюсь, вы так же хорошо разбираетесь в людях, как и рыбах. На что вы намекаете? Я хочу, чтобы вы поняли. В моей работе предостерегать людей против грозящей опасности так же важно, как задерживать преступников. Разумеется, этот парень, Кейн, хорошо известен полиции. Да, он похож на такого человека. Он и есть такой человек. Через час он будет депортирован из Тулбара. Инспектор... What's the matter, professor? В чем дело, профессор? Don't tell me his departure. Только не говорите мне, что этот парень представляет для вас интерес. Но это действительно так. Thank you. In what way? Спасибо. И какой именно интерес, инспектор? Ведь знаете, как для меня важна моя работа. Он мне нужен. Замените его. Нет, я пытался нанять местных жителей. Но это не дало никаких результатов. Я на грани завершения работы. Дайте мне 24 часа. Потом можете высылать его куда хотите. Хорошо? Хорошо, профессор. 24 часа под вашу ответственность. Спасибо. Все в порядке? В порядке. Мой юный друг, существует такой хороший обычай, что пациент должен платить доктору за лечение. Ты меня понимаешь? Я сделал что-то для тебя, ты должен сделать что-то для меня. Ты сделал что-то для меня, я должен сделать что-то для тебя. Совершенно верно. Разумеется, я не прошу от тебя ничего особенного, но кое-что можешь себе позволить даже ты. И что ты хочешь? Все, что мне нужно, это большая бутылка бренди. Нет. Что значит нет? Это была очень трудная операция. Я требую плату, а я требую гаванскую сигару. Что ты требуешь? Я сказал гаванскую сигару. Да перестань ты. Ты слишком молод, чтобы курить. А ты слишком стар, чтобы пить.
You rotten bitch! You want it all, huh? Хочешь получить все, да? Like the feel of my gold, Kane. Как тебе нравится мое золото, Кейн? Yours, my gold. Твое? Mine, because I was the first to know of the Victoria. Мое, потому что я первый узнал о Виктории. Мое, потому что я за него торчу в этой дурацкой дыре. И мое, потому что я так сказал. Значит, ты заставил Доку рассказать об этом Миллеру и мне. Использовал нас. Да, я использовал вас, мистер Кейн. И вы все-таки подняли это золото. Это она тебе сказала насчет того, что мы поднимаем золото сегодня? И она, и МЛР. Он попросил у меня всего 24 часа для тебя. Ты умный полицейский. Спасибо, мистер Кейн. Спасибо. Кстати, у меня для вас есть небольшая работа, мистер Кейн.
Anything to oblige. Все что угодно. To the engine room, Mr. Kane. В машинный зал, мистер Кейн. Get in there. Заходите. Open the valve. Откройте клапан. Через некоторое время корабль наполнится водой и затонет. И с ним вы, два нежелаемых свидетеля. Чем-нибудь еще могу помочь? Да, мистер Кейн, можете. Помогите мне перебросать золото на мой корабль. На мой маленький вонючий полицейский корабль. Эй, ты в порядке? Извини, что мне пришлось ударить тебя, хорошо? Профессор. Он мертв. И Перот тоже. Забираем золото и убираемся отсюда. Скоро ты будешь очень богата. Не трогай это золото, Кейн. Кейн, я говорю серьезно. Переходи на полицейский катер. И что ты собираешься делать с этим пистолетом? Ты знаешь, что я собираюсь с ним делать. Я тебе башку прострелю, если потребуется, Кейн. Искренне в это верю. Правильно. Давай, Кейн, на катер. Двигайся, Кейн. Ты уверена, что это хочешь, Анна? Абсолютно. Я знал, что ты это скажешь. Так-то лучше. А теперь брось мне ключи. Тебе всегда нравились мои сигары. Возьми, тебе потребуются спички. Почему ты не пристрелишь меня? Ты мне нравишься. Докажи это. Мне это не надо. Мы были бы хорошими партнерами. А завтра ты бы удрал со всем золотом. Но я не настолько жаден. Мы все рождаемся жадными. Ты и я. You think that gold's gonna take you right to the top, huh? You're damn right. Well, don't spend it all in one place. Your luck might run out. Тебе может перестать везти, а мне никогда не везло. Но теперь после смерти профессора все изменилось. У меня появился шанс. Первый шанс за все эти пустые годы, которые я потратила на него. Я считаю, что такая женщина, как я, заслуживает этого. Счастливо, Кейн. Goodbye, Anna. До свидания, Анна.